Борис Николаевич, говорят, любил играть на ложках, когда ему было Да, хорошо. обожал. У него слуха не было никогда, но у него было чувство ритма развитое. Вот, любимая песня – это «Калинка моя», которую он всего два слова знал. Значит, все время. Но ритм держал. Ритм держал. Одну песню я его все-таки заставил выучить наизусть. Это мы были когда в Казахстане. Нас, вернее, Борис Николаевич попросил Назарбаев, ну что там, Абирович, в Боровое охотиться, ну, отдохнуть пару дней. Вот. Но Борис Николаевич с самолета сошел, как бы тяжелый. Тут, давайте мы на капоте, давайте еще, давайте, давайте доедем. Там сам, он говорит, стол готов, все, шашлыки там, ну, все будет время терять. Вот. И чтобы его занять, а Назарбаев прекрасно пел русские песни, многие знал наизусть от начала до конца, и мы стали две песни петь. И вот одну из них решили, что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Вот ее. Мы ее спели раз 20. И Ельцин единственную песню выучил наизусть. Эту песню. И потом, когда были где-то какие-то сборища, всегда, давайте поем, давайте споем. И эту песню, значит, пел, старался, значит, так, когда куплет кончается, нужно паузу сделать чуть-чуть, а он тоже первый начинает петь, еще без паузы, чтобы всем сказать, что он слова знает. Но это правда, что он любил сыграть на ложках, на головах у других людей? Ему это однажды понравилось, когда тоже опять в Казахстане он первый раз попробовал на главе управляющего делами, значит, тогда еще писали Верховного Совета Газогаинова, управляющего делами, значит, Верховный Совет РСФСР. Юрий Загайнов, он любил очень бывать рядом с Борисом Николаевичем, везде по телевидению, на фото, И доигрался. везде где-то, чтобы было рядышком с ними. Вот. Ну, вот. А тут так получилось, что выступали местные артисты, завели его хорошо. Назарбаев взял домру, он, оказывается, и на домре прекрасно играл. Ну, вот. Ну, Ельцин тоже ложки попросил, и давай они там отчевучивать. Все вместе с оркестром, Назарбаев, ну, Ельцин надоело по своим коленкам бить. А тут Загайнов. понились Загайнов, ну, давай ему сначала вроде как шуточку, этот сидит и не знает, что делать, улыбается. Ну, тут, раз нравится тебе, дайте еще посильнее. Уже отдолбал его по полной схеме. Это правда, что он его Ложкой, Акаева хотел причем сыграть? ложки не деревянные, а это самое, металлические. Металлические. Да, я хаю тоже металлическое. И Акаеву досталось, президенту А Киргизии. он после этого, вот после этого, после Загайна, он практически, когда начинал где-то играть ложками, он всегда искал жертву себе. Ему так понравилось это. Потому что ведь тот случай с Загайном был как бы Проба. проба, что ну, всем понравилось, все смеются, всем нравится, значит, как я хорошо шучу. Все Горбачев. смеются, радуются, что не они на месте избиваемого.